Памяти павших будем достойны. Именно так назывался проект, в рамках которого 22 августа в нашем городе проходил велопробег. Началом маршрута стал памятник защитникам Советского Заполярья. Здесь же были сказаны первые торжественные слова, дан старт марафона. Ребята отправились к центральному воинскому захоронению, которое совсем недавно было вновь открыто после реконструкции. Здесь велосипедисты в числе других почетных гостей стали участниками митинга, почти в память героев. Свою речь у мемориала произнесли представители власти, а также общественных организаций города. Спасибо, дети мои, внуки мои. Спасибо за то, что вы откликаетесь. И еще я вам хочу, пронесите это чувство уважения к тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Память солдат, павших на полях сражений, участники митинга почтили минутой молчания. После посещения мемориала велосипедисты отправились на Аллею памяти, где и был окончен их маршрут.